В Хабаровском крае отметили День физкультурника. В массовых соревнованиях приняли участие около 3500 жителей региона. Накануне праздника Михаил Дегтярев встретился с представителями спортивной общественности и поздравил хабаровских спортсменов, показавших высокие результаты на международных и всероссийских соревнованиях. Подробности у Татьяны Репиной. День физкультурников в Хабаровске начали праздновать с раннего утра. На территории арены Ерофей и краевой набережной хабаровчане собрались на массовую зарядку. Любители здорового образа жизни также приняли участие в массовых соревнованиях и эстафетах. Всего к оздоровительным выходным присоединились больше 3500 жителей со всего региона. В честь Дня физкультурника успехи профессиональных спортсменов Хабаровска отметил глава региона Михаил Дегтярев. В Рио губернатора лично поздравил тренеров и их подопечных. Благодарственные письма получили спортсмены, показавшие высокие результаты в первом полугодии 2021 года. Каждый год в национальные сборные по всем видам более 200 наших атлетов включается и добивается хороших результатов по 30 видам спорта. Каждая медаль – это трудовой подвиг, и за эти усилия хотел бы вас поблагодарить. Среди участников встречи были победители и призеры чемпионатов и первенств России, члены сборных команд страны. Большая часть сборной края по спортивному ориентированию сейчас тренируется на Кавказе. В Хабаровске осталось только 2 спортсмена. Владислав Визнович и Сергей Митяков только начинают профессиональную карьеру. Специализируются на спортивном ориентировании на лыжах. Дети идут заниматься ориентированием. И, как видите, не зря у нас только в 2018 году, по-моему, 15 человек было в списочном составе сборной России. Так что наши тренера выполняют свою работу очень хорошо и качественно. Хабаровский край – один из главных спортивных центров Дальнего Востока. В этом году в Хабаровске российские сборные по фехтованию, маунтинбайку и прыжкам на батуте готовились к Олимпиаде в Токио. В благодарность за гостеприимство двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая передала Михаилу Дегтяреву золотоносную саблю. Олимпийское оружие пополнило экспозицию «Спортивная слава Хабаровского края». Татьяна Репина, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».